Так, это вот наш покупатель, бывший. Скажите, пожалуйста, как вам комплекс, как живете? Все отлично, вообще, мне вообще нравится. Что нравится, что не нравится? Ну, тихий, спокойный, как бы на окраине города. Да, вот. Вроде молодец. Блин, мне так подогнал классно. Да? А мы еще приезжали с ним, помнишь, раньше? Если что, не было. А вы были самый-самый-самый первый клиент, который купил Вэлмарин. Вышка стояла, ага. Он меня на вышку дал, смотри, какой-нибудь. А она шаталась. Да. Она шаталась. Было страшно подняться. То есть вы довольны проживанием здесь? Конечно, конечно. Спокойно все. Ну, машину в аренду беру. Все, как бы я доволен жизнью. Что, конечно, мне уже тяжело. Пенсия никак, пенсионер 60 лет мне. Как бы вот для моего возраста, конечно, я бы советовал. Нигде-то не шумно, а здесь все надо, что уехал. Приехал, блин, все. Шикарно, весь. Да и ребята, вот что, кто живет где-то, тоже нормально нравится. Ну, сервис здесь хороший. Да. Чисто. Все, ну, вот все ребята вообще, вот, как не говорил, что, блин, вот тает застройщик, конечно, земля ему будет пухом, да, хотя ему... Ну, да, построили очень качественно, согласен с вами, очень качественно. Ну, самое главное, смотрят по всем проектам, да, это то, что, блин, я думаю, то, что вот многие же кондо, да, там, в течение 5 лет умирают, я говорю, да, это то все обладит, все, а здесь сколько уже? Тоже, наверное, лет 5, наверное. О, уже лет 5? Ну, лет 5, да. Как новый, да? Как будто вчера, да, только, да, сдали. Да. Спасибо вам, спасибо большое.